Вы в октябре прошлого года высказывались по поводу ситуации во Франции и довольно жестко, извините. Это было прошлого октября, а сейчас у нас август, и я не хочу насчет этого сказать. Я не про это хотел спросить, я хотел спросить про сегодняшнюю ситуацию в Афганистане. Насколько вас это шокирует? А ты какое отношение имеешь к Афганистану? Я никакое, просто... Я тоже никакого отношения туда не имею. И я бы не хотел бы здесь сидеть на подписании, на таком серьезном подписании, которое не было вообще в российском спорте. Такого большого подписания не было ни в футболе, ни в хоккее, нигде не было. И вот у нас вот сегодня проходит вот такое подписание, и обсуждают какой-то политический момент, который проходит вообще за 1000 километров от нас, я бы не хотел бы. Спасибо. Спасибо большое.